Торжественное открытие дегустационно-выставочного бутика состоялось год назад. Тогда в нем принял участие глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов. И вот уже прошел ровно год. За это время сочинцы и гости курорта смогли оценить высококачественные напитки из Дагестана, всю продукцию вина коньячных заводов. Это у нас идет Дербентский завод игристых вин, завод Дзив и завод Избербаш. Три завода, большой ассортимент, большая разновидность цен. Можно прийти попробовать коньяк на дегустации, что-то для себя подобрать. Пусть это будет трехлетний, пятилетний выдержанный коньяк. То есть я считаю, что каждый покупатель сможет найти здесь любую продукцию на свой вкус. Дагестанский тамада в Сочи привлекает внимание своей яркой вывеской и местом расположения в центре города и в первую очередь продукции солнечного Дагестана. Это разнообразные вины, коньячные напитки, а также черная каспийская икра. Все поставки напрямую с заводов-изготовителей. Обслуживание премиум-класса, порой именно здесь деловые люди курорта проводят переговоры или подписывают важные договоры. Но выбирают этот магазин в первую очередь за качество, поэтому постоянные клиенты уже есть. Ну и ценовая политика вполне реалистичная. Этот замечательный магазин, который находится рядом с нами по соседству, в котором такой замечательный персонал обслуживающий. Поэтому все нравится, все устраивает. И цены, и качество, и обслуживание. Приятные сюрпризы покупатели делают тут же, приобретая изделия из кубачинского серебра. Авторские работы, единственные в своем роде, уникальные, изящные, станут достойным украшением для любой женщины. Здесь же и посуда, серебряные столовые приборы. А эти сувениры – настоящие подарки для мужчин. Выставочно-дегустационный зал «Дагестанский тамада» в Сочи работает с 10 часов утра до 22 ежедневно по адресу Воровского, 60. Елена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.